Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот свиноматка после опороса плохо кушает. Ну как плохо, вообще не кушает. Зато пошли нарвали травы, он обычный пырей. Ну только он молодой, до того как заколосился. И он прекрасно, она уплетает это все. Поросятка накормленные. Ну уже, короче, 3 дня после опороса она вообще к еде не дотрагивалась. Только сидела на этой траве у нас. Хотя постоянно насыпаешь кормушку дерзь БМВД. Ну, ноль эмоций на это все. Зато при виде травы он, видите, как весело хрумает. Сегодня уже начал вроде есть, утреннюю порцию съела. Дерти сегодня получит на ночь двойную порцию. Потому что ей кормить 11 поросят. 11 поросят это много. Соответственно, надо, чтобы у нее было очень много молока. Трава это хорошо, конечно, но ты же не коровка, так что надо кушать и зернышки. Так что вот так вот бывает после опороса. Свинка. Идут какие-то у нее, видно, процессы. Ну, смотрите, нос у нее мокрый, не горячий. В принципе, аппетит есть, но она просто, ну, дерт не ест, что-то отвернула ее. Зато вот так вот траву он прекрасно кушает, воду пьет. Мы не стали кого-то ни антибиотики, ни айболита вызывать. Потому что, в принципе, состояние средней пакостности не супер хорошо. Порос прошел, перенесла. Но все равно, в принципе, вполне нормально. Если видите, что не ест, не встает, воду не пьет и вообще как-то сильно погрустнело, тогда, конечно, антибиотик надо смотреть или чистить ее, смотреть там. Выделений, чтобы не было. Ну, в принципе, выделений не было. Были первый день незначительные. Ну, буквально там пару ложек, может, так образно говоря. Белой какой-то дряни. Ну, вот сейчас вот уже, наверное, третий день конкретно уже кушает. По-взрослому съела своих там 4 килограмма ДРТ. Ну, полусуточную, скажем так, норм. Ну, траву постоянно подъедает, сколько не дай, все съедает. Соответственно, я надеюсь, что все будет нормально с ней. Посмотрим. Сегодня будем прокалывать поросяток. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.